Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Это уже будет финальная часть видео по королевскому тигру фирмы ICM. В этой части я буду задувать ранее нанесенный пигмент матовым лаком фирмы Tamiya XF86. После того, как он просохнет прозрачным голубым лаком, я сделаю триплексы и конвойный фонарь. Поискал в сети и наконец-то нашел, что цвет на королевском тигре конвойного фонаря был голубого цвета, синего. Вот. Сейчас залакирую, ну и продолжим дальше работу над тигром. Посмотрим, что получится после лакировки. Может быть, потребуется еще нанесение какого-нибудь пигмента или жидкости. И после этого, в конце видео, я уже сделаю конечную фотосессию, и вы сможете посмотреть все более качественно на фотографиях. Ну, приступим. Закончил, друзья, работать с танком. Сделал прозрачным голубым лаком Tamiya триплексы. Надеюсь, на фотографиях будет хорошо видно. Также прошел пигментами по гусеницам, по тракам. Сделал фонарь. И посмотрел, немного придал запыление и загрязнение по бортам. Делал вот этим средством фирмы МИК. А по башне прошелся легенько вот этим средством. Я думаю, на фотографиях будет хорошо все видно. Да и так, в принципе, хорошо. Но фото передадут лучше контраст цветов. Танк понравился, хорошая модель. В сборке неплох. Сборка прошла хорошо, собирался быстро, стыковка отличная. За свои деньги модель вполне адекватная. Виниловые траки тоже постарался сделать более реалистично. Все, что задумал, на мой взгляд, получилось хорошо. Ну, дальше комментарии, друзья, за вами. Спасибо вам. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что комментируете. Спасибо, вновь подписав. Спасибо за то, что подписываетесь на канал. Ну, до встречи в следующих видео. Всех благ вам и вашим близким, друзья. Смотрите фото.